Если хотите познать секреты Вселенной, мыслите в категориях энергии, чистоты и вибраций. Слова, приписываемые гениальному физику и изобретателю Николе Тесле. И квантовые поля, которые колеблются, создавая новые частицы, и бескрайнее пространство космоса, пронизанное колебаниями гравитационных волн, в глобальном смысле все есть вибрации различных полей и их резонансные взаимодействия. Согласно теории относительности Эйнштейна, гравитационные волны образуют любой объект, движущийся с ускорением. Причем, чем больше его масса и выше скорость, тем они будут значительнее. В результате совокупного воздействия гравитационных волн пространство космоса непрерывно вибрирует. Этот, так называемый стохастический гравитационно-волновой фон, представляет собой сигналы от множества различных космических источников, распределенных по всей Вселенной. Гравитационные волны, генерируемые мощными космическими событиями, например, взрывами сверхновых или слиянием черных дыр, объединяются и накладываются друг на друга, чем создают рябь в пространстве времени. Но поскольку создавать гравитационные волны могут все гравитационные системы, то шум от их бесчисленных источников, который называется стохастический фон космоса, сливается в один сигнал – фоновые вибрации Вселенной. Первое прямое обнаружение гравитационных волн произошло в сентябре 2015 года и было зафиксировано приборами коллаборации LIGO и Virgo. А в июне 2023 года, после 15 лет исследований об обнаружении стохастического фона низкочастотного шума пространства-времени, объявила обсерватория NanoGraph. Если говорить о Вселенной на микромасштабах, то все, что нас окружает, состоит из колеблющихся субатомных частиц, различающихся вложенным энергетическим импульсом – квантовым спином. По большому счету, это лишь точки вибрации энергии в пространстве, а то, что мы привыкли воспринимать как твердые тела, на самом деле состоит из энергетических колебаний микрочастиц. В обобщенном смысле, вся материя – это вибрации различных, лежащих в ее основе полей. Частота этой вибрации определяет поведение каждой из частиц, согласно которой они классифицируются в квантовой физике. В конце концов, и мы сами, как и все во Вселенной, состоим из субатомных частиц, которые представляют собой колебания квантовых полей и подчиняются законам квантовой механики. Фактически, мы живем в вибрационно-волновом мире, который воспринимаем как мир твердых тел, взаимодействующих между собой. А устройство, которое выполняет роль навигатора в этом мире, это наш мозг, который преобразует различные электромагнитные излучения в единую картину. Мозг помогает нам взаимодействовать с объектами, которые, хотя и кажутся неподвижными, на самом деле вибрируют и резонируют на различных частотах. Однако самое интересное происходит, когда вибрация различных объектов через какое-то время входит в резонанс, объекты синхронизируются и начинают колебаться с одинаковой частотой. В науке это загадочное явление описывается как феномен самоорганизации или спонтанного порядка, в процессе которого внезапно из кажущегося хаоса возникает согласованная система. Например, когда в Малайзии и Таиланде некоторые виды светлячков собираются в большом количестве, они начинают синхронно светиться с определенными необъяснимыми интервалами. При этом, даже если изолировать светляка, например, посадив его в отдельную емкость, он все равно будет мерцать в ритме своих собратьев. И, что совсем удивительно, его световые сигналы даже могут синхронизироваться с мигающим электронным светодиодом. Над загадкой синхронизации светляков все еще бьются лучшие умы биологов, физиков и математиков. Зато толпы туристов, путешествующих по Юго-Восточной Азии, в восторге от светового шоу. Ведь в результате такой сложной координации мангровые деревья, усыпанные светлячками, ритмично вспыхивают, словно на них надеты новогодние гирлянды. Подобная синхронизация наблюдается и в поведении других насекомых – пчел, муравьев и термитов, а также в стайном поведении птиц, рыб и млекопитающих. Нейробиологи также обнаруживают синхронизацию нейронов мозга в своих исследованиях. Масштабное срабатывание нейронов происходит в человеческом мозге на определенных частотах, которые, как считают ученые, напрямую связаны с работой сознания. Немецкий нейрофизиолог Паскаль Фрайс выявил особые способы синхронизации электрических паттернов в мозге, которые имеют отношение к функционированию сознания. Причем речь идет не только о человеке, но и о млекопитающих в целом. По мнению ученого,
вибрации, резонанс и синхронизация нейронов имеют неразрывную связь с сознанием. Фрайс называет свою концепцию «коммуникация через сцепленность». Суть ее в том, что синхронизация нейронов, выраженная в общих частотах электрических колебаний, обеспечивает связь между нейронами и группами нейронов. Когда частота колебаний гамма, бета и тета ритмов мозга синхронизируется, возникает сознание. Гамма-ритмы связаны с масштабной скоординированной деятельностью и наблюдаются при решении задач, которые требуют максимального сосредоточения внимания. Бета-волны регистрируются, когда мы наблюдаем за происходящими событиями или сосредоточены на решении каких-либо текущих проблем. И, наконец, тета-ритмы появляются, когда спокойное расслабленное бодрствование переходит в сонливость, а колебания в мозге становятся более медленными и ритмичными. Это состояние называется сумеречным, так как человек находится между сном и бодрствованием. Большинство людей засыпают, как только в головном мозге появляется заметное количество тета-волн. Согласно исследованиям Паскаля Фрайса, эти три типа волн работают связанно, обеспечивая работу человеческого сознания. Основываясь на работах Фрайса, двое других ученых, Тэм Хант и Джонатан Шулер из Калифорнийского университета, разработали резонансную теорию сознания, применив более широкий подход. В своей теории они рассматривают природу сознания с точки зрения панпсихизма, концепция которого заключается в том, что вся материя обладает неким ассоциированным сознанием. К слову о панпсихизме и одной из наиболее известных на сегодняшний день теорий сознания – теории интегрированной информации – мы уже рассказывали в своих предыдущих видео. Теория интегрированной информации, предложенная нейробиологом Джулио Танони, также базируется на позициях панпсихизма и предполагает, что любой системе, обладающей хотя бы одним битом интегрированной информации, будет присущ сознательный опыт, хотя и незначительный. Хант и Шулер считают, что резонанс или же синхронизированные вибрации лежат в основе не только человеческого сознания, но и сознания животных и, по большому счету, физической реальности в целом. На первый взгляд формулировка звучит несколько странно, однако в своей работе авторы отмечают, что сознание не возникло в какой-то момент эволюции, оно всегда было связано с материей и наоборот, как две стороны одной медали. В их версии панпсихизма, главным свойством которого является наличие у всех физических объектов некоторой степени сознания, ни материя, ни разум не первичны, они взаимосвязаны. По мнению этих ученых, электрон или атом, к примеру, тоже обладают минимальным количеством сознания, но только по мере того, как материя становится более сложной, усложняется и форма сознания, а также разума и мышления. В соответствии с этой теорией, песок на пляже так и останется простым скоплением минеральных зерен с элементарным сознанием на атомном уровне. Но у биологических форм жизни эти элементарные составляющие воссоздают макросознание более высокого уровня. Кроме того, биологические организмы, в отличие от небиологических, способны быстро обмениваться информацией с помощью различных биофизических процессов, как электрических, так и электрохимических. Но в полной мере работу сознания могут обеспечить только особые комбинации связей, которые появляются в результате общего резонанса и синхронизации колебаний между элементарными составляющими. Теория Ханта и Шулера предполагает, что структуры мозга могут резонировать друг с другом на одной частоте и синхронизироваться, достигая общего резонанса. Это позволяет увеличивать скорость и пропускную способность информационных потоков между различными участками мозга. Помимо этого, для функционирования сознательных процессов авторы допускают существование общего резонанса квантовой запутанности, который предшествует электрическому резонансу нейронов мозга, а сам мозг выступает как интегрированная макроскопическая квантовая система с квантовыми взаимодействиями его частей, работу которых, вероятно, можно описать с помощью квантовой динамики. Общий вывод теории резонансного сознания звучит примерно так. Каждое конкретное сознание может обладать своей уникальной резонансной сигнатурой и определенной частотой. Эта сигнатура будет незначительно меняться в каждый момент времени и колебаться вокруг среднего значения частоты. Например, нормальная гамма-синхронная частота подростка будет немного отличаться от частоты его матери или отца или его кошки.
Предположения Шулера и Ханта, сформулированные в теории, могут быть проверены с помощью измеримых коррелятов сознания. В своей работе авторы предлагают протоколы экспериментов для определения нейронных, поведенческих и даже творческих характеристик, а также поиска надежных маркеров, указывающих на наличие или отсутствие сознания. Одним из возможных нейронных коррелятов сознания в мозге млекопитающих является специфическая комбинация гамма, бета и тета электрической синхронности, о которой мы рассказали чуть ранее. В настоящее время Тем Хант и Джонатан Шулер продолжают исследования для проверки теории резонансного сознания, базирующейся на концепции панпсихизма. И поскольку с точки зрения панпсихизма сознание или его минимальные составляющие являются фундаментальной чертой Вселенной, стоит упомянуть о полученных ранее результатах различных исследований, которые подтверждают наличие сознательного опыта у животных, в том числе в классическом зеркальном тесте, где подтверждается способность животного узнавать себя в зеркале. Причем речь идет не только о существах с общепризнанным интеллектом, таких как шимпанзе, вороны, попугаи, дельфины или слоны. Признаки сознания обнаруживаются у птиц, грызунов, рептилий, осьминогов, моллюсков и даже насекомых, пчел, шмелей и плодовых мух дрозофил. Еще одно новое исследование подтвердило, что даже без центральной нервной системы некоторые формы жизни на Земле могут вести себя вполне разумно. Ученые Корнельского университета показали, что поведение растения золотарника высокого вполне может укладываться в одно из определений интеллекта. Они обнаружили, что золотарник способен реагировать и совершать определенные действия, когда его поедают насекомые. Для этого он выделяет летучие органические соединения, которые сигнализируют насекомым, что растение повреждено, и им следует перейти к другому, более качественному источнику пищи. Другие растения при этом могут улавливать сигналы своих родственников об опасности и приспосабливаться, чтобы самим избежать уничтожения. Фактически золотарник не только интегрирует информацию из окружающей среды, но и прогнозирует будущие условия и готовится к ним, вырабатывая защитные механизмы. Подобное поведение наблюдается и у растений табака. Такие действия, безусловно, подпадают под определение интеллекта. Таким образом, понимание вопроса сознания у живых существ или хотя бы зачатков интеллекта нуждается в переосмыслении. Возвращаясь к наличию сознательного опыта у животных, стоит отметить, что количество научных работ, демонстрирующих сложное поведение и восприятие животных, за последнее время существенно возросло. Будущие результаты серьезных исследований в этом направлении могут изменить не только наши представления об уникальности человека, но и этические нормы по отношению к животным. Ведь когда существует реальная возможность сознательного опыта у животного, безответственно игнорировать ее при принятии решений, влияющих на это животное. Этот тезис содержится в декларации, опубликованной в апреле этого года Нью-Йоркским университетом. Декларация о сознании животных включает еще два основных тезиса – о сильных научных аргументах в пользу присутствия сознательного опыта у млекопитающих и птиц и об эмпирических данных, указывающих на наличие сознательного опыта у всех позвоночных, включая рептилий, амфибий и рыб, а также многих беспозвоночных, включая как минимум головоногих моллюсков, ракообразных и насекомых. Цель этого заявления – обращение к ученым, университетам и правительствам стран мира стимулировать дальнейшую работу по этой теме. Завершается документ призывом учитывать угрозы благополучию животных и руководствоваться научными свидетельствами об их субъективных переживаниях. Ссылки на научные исследования также можно найти на сайте декларации. На сегодняшний день декларацию уже подписали почти 300 ученых с мировой известностью, имеющих профессиональный опыт в изучении природы сознания. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поддержите нас лайком и подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного. Не забывайте приобретать нашу книгу, заказать ее можно на любом маркетплейсе. Этот проект существует исключительно на ваши донаты. Для помощи проекту вы можете пожертвовать любую сумму, нажав на кнопку «Спонсировать» под любым из видео нашего канала. Приглашаем вас поделиться своим мнением в комментариях под этим роликом, а также заходите в наши социальные медиа.